пошла, что ли, перископить? Нет, еще рано. А? Еще рано? Рано, ты говоришь? Нет, ты перископишь? Да. Булку? Перископим булку. Это не булка. Это бутерброд. Привет. Ой, привет. Ням-ням, да. Игорь Мудав, привет, ребята. Вечер добрый, я люблю вас. Мы вас тоже любим. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, молодые, привет, привет. Сержа, да, тут. Сержа, почему Сержа? Я, кстати, ни разу не называл тебя так, Сержа. Это Сереженька. Серджоу. Да, диета началась. Вы красавчики, спасибо большое. Собирайтесь в Казань. Серега исхудал. В Казань, да, мне. Приятного пуп, спасибо, солнышко. Спасибо, Катюшечка. Спасибо. Дашка за кадром, приятного аппетита. Ну, говядина. Ставь, да? Покажи, что ты это кардиом делала. Дашка красоточка, привет. Привет, ребята. Наконец-то дядя Сережа, ёпт. Ты меня показываешь, что ли? Да. Давай, говоря, я буду делать дурацкие... Ну что кушаешь, приветик? Я думал, просто поесть булку, короче, пока. Привет, булка, покажи. Булка. Привет, чате Мироновых. Чите. А, покажи себя. Че грустный Серега? Чем занимаетесь? Каким спортом? Это... Спасибо большое. Дядя Сережа будет еще выступать где-то? Конечно, будет. Дядя Сереж. Мы еще покажем им. Да. Дага Транс, а ты идешь к черту. К черту идешь сразу же. Так, покажи себя. Привет вам. Даш, ты огонь. Счастья вам, спасибо большое. Первый раз успел. Даш, вы снимаете квартиру? Да, мы снимаем комнату с твоим другом. Да? С троем живем. Да. Четвером. На самокате ездим по комнате. Если считать, самокат, то пятером. Одному приходится да. Спать на самокате. Угу. Красавчики, дневник Кача. Ты приехал, стая, Сереж? Добрый вечер, самый красивый паре. Девушки есть. Что за голос? Пидорский, а ты идешь спать, урод. Уютно так у вас, молодцы зайки, спасибо большое. Серж, видосы, покажись, оператор. Видос. Опять жрете, сволочи. Серега, надо провайдер менять, Билан тупит. А это не Билан, это Мегафон, ребятки. Это Wi-Fi у тебя вроде бы. А, да, это Wi-Fi, кстати, точно. А покажи что, себя, блин, Даша смешно злится. А что это смешно? Ну, смотри, давай посмеемся, все, ты тоже заблокирован. Что у тебя за настроение? Ой, опять это что это? Для Сережи, как изолироваться от Energy Diet? Просто не разговаривайте на эту тему. Ты... Сережечка. Что ты? Что с тобой сегодня? Так, о, моя рожа. Моя рука. И дали мою руку. Можете погадать по ней. Кто-нибудь умеет гадать по ладошке? Я умею, Сереж. Завтра будет вторник. Птичка. Сделай так, чтобы у нас были хорошие скулы, при этом тонкие талии и большая грудь. Выключил. Сереж, ну пожалуйста, мы сделаем. Что сделать-то? Пониже. Вот так? Так, да, чтобы... Вот, смотри, как... Все, сиди. Иди, обнимай меня, быстрее. Быстрее, обнимай. Я настолько высокий, что я не влезаю. О, здорово. Дашуля, ты моя мотивация, ты супер. Спасибо. Я унесла твой компьютер. Куда унесла? Ну, пока мы перескопим, пока мы пьем чай, общаемся. Выкинул его. Да выкинул. О, ничего себе, 620 человек. Здорово. Здорово, ребята. Пониже надо будет водить. Ну да, чтобы у меня прям все красиво было. Вот так вот? Ну да, уж поближе туда. Но вообще себя не вижу. Не видишь себя? Нет. Я даже не понимаю, а куда ты хочешь сесть? Вот сюда? Я хочу к тебе, а ты туда. А, давай я сяду вон вот сюда, у меня. Да, отлично. Вот, это прекрасно будет. Все, мы нашли выход. Мы, блин, 5 минут искали выход и нашли его. Оп, ну давай.
Лезь ты уже. Где Пачуль? Пачуль дом сидит. Пачуль, привет, если смотришь. Пачуля. Вдруг ты смотришь. Так, что у нас? Она, по-моему, звонила. Я посмотрела, что-то не поняла, пропущено от кого-то. Так, что, булку-то будем есть? Будем, конечно, последняя девочка стала. Так, люблю вас, спасибо. У Даши Бицуха 34, может быть, плюс-минус. 34. Так, чем привет с Луганска? Здорово, Луганск. Здорово, Луганск. Так, здоровые руки ударить необычно. Это случайность. Она много этих сумок носила. Нет, я экономлю на сапогах, хожу на руках. Да, иногда. Угу. На самокате-то тяжело передвигаться. Да. Двоим. Он рассчитан только на 100 килограмм, а у нас с Дашей 100, сколько, 70? 170 килограмм у нас. Нифига себе, мы с тобой супертяжи, походу. Ну, двоих. Ну, мы с тобой как Кокляев, набравший чуть-чуть лишнего. Так, здорово, Дмитров, смотрим вас, любим, счастья, спасибо, друзья, спасибо. Друзья, спасибо. А что, булку-то будем мазать вообще? Как ты относишься к шаверме? Вчера последний день был, когда можно было есть булки. Кто это сказал? Не знаю. В черный список его. Кто это вам такой сказал? Так, привет, Казахстан, привет, привет. Что скажете о супах? Кушайте супы. Хотите, кушайте. Не хотите, не кушайте. Все, что хотите, делайте. Какой у тебя со смородинкой, с черничкой? Не знаю. Ребята? Я, честно, не понял ничего. Что ты там говоришь словами своими? Реклама ты имеешь? Да. Реклама! Короче, смотрите, друзьяшки. Вот такую вот штуку нам на халяву дали. Это джемы. Да, вот так показать? Да ничего не показывай. Бескалорийный джем, короче, мы едим. Да, очень круто. Всем советую. У меня сейчас сушка. И мы едим булку. Сушка. С этим джемом. Сушка – это уменьшение уровня жира. А что ты будешь сказать? Какой джем? Не знаю, давай любой. Буду. Давай. Это не я был, я ел. Это все Сережа. Тяжелоатлеты. Тяжелоатлеты? Нет. Убери это. Как я уберу? Убери. Ну чё, чё? Что, никто не видел? 550 человек посмотрело, как ты. Вот чёрт. Чай, чай, горячий, наверное. Ну чё, чайку мне присни на коленочку. Так, толстым не будешь. Толстым не будешь, если есть булки, мам? Не будешь, конечно. А ведь не будешь. Мотивируем народ на спорт. На самом деле, друзья, в принципе, ничего страшного в булке нет. Это такой же практически углевод, как и белый пустой рис. Но суть в том, что это все упирается в ваш калорийность за день. Если вы в течение дня ели очень мало углеводов, то вы можете передвинуть их на вечер, ничего страшного не будет, ничего не отложится уже. Так что это немножечко информации вам. Так что можете не париться. О, ничего себе так много. Это тебе не всего, это же мне еще там. Так, булка. Пельмени с пивасом для люфтера норм. Мы, если честно, не пьем алкоголь. И нет. Пельмени мы не едим. Пельмени мы едим. Но очень-очень редко. Сейчас модно стало ЗОЖ. ЗОЖ? Да, мы поддерживаем ЗОЖ. Мы не курим, мы не пьем. Мы здоровенькими умрем. Так. Так. Че еще? Че еще? Чисим. Будете переходить в натуральный бодибилдинг? Натуральный блондин. Странно, такой один. Это я. Сереж, спасибо тебе, я посмотрел. Было очень приятно. Да? А что нам было приятно? Сказал, что ты здоровый. Моя Даша. Моя Даша. Потому что.
Как вы относитесь к коллекторным сигаретам? Я, если честно, не знаю, что у них за принцип действия, но у меня вообще-то от глицерина от этого сушило горло. А есть разные на самом деле? Конечно, конечно. Я есть просто вкусные. Дешевскую, наверное, купил одноразовую такую. Попускал этот пар. Посоветуйте какие-нибудь электронные сигареты мне, Дарью Ирине, употребить. Ну, может, вы хотите подарить электронные сигареты? Барсук, посмотри. Арбузовый. Или кальян, есть же электронный кальян. О, нет. Пускать. Ну как его с собой таскать, что ли, в сумку? Ну, такой, господи, большой. Вот, да, да. Так я подумал, что это трава какая-нибудь. Да, как мы подумали. Что, знаешь, у тебя слюни прям. А мне? Это что ли рядами намазала? Ну, ты же другой ряд. Нет, ты смотри, половинку ты, половинку я. И так соедим пополам. Я? Да, какая у нас система. Вот. Я раньше курил, да. Все верно. Это ты раньше был злым, потому что у тебя велосипеда не было. Ага. Это я раньше был так, то, что ты злым. Но ты сейчас злой. Я бросил курить, знаете как? Я начал играть в Need for Speed первый раз. Что-то мне даешь спасибо? А кто должен, я? Ты должна. Вот, и после дикого похмелья мне было очень плохо, что мне не хотелось ни курить, ни пить, ни есть. Кошмар, зачем ты рассказываешь? У меня родители смотрят. Так это же моя стандартная история, 15 лет или я сколько. Да, шучу. Когда я очень много пьянствовал, ну немного, но пьянствовал. И мне было так плохо, аж целых 2 дня. И никаких сигарет не было и речи. В итоге на третий день я отошел, но мне особо не хотелось курить. И потом я чуть-чуть потерпел и бросил. А курил, получается, 4 года. Это было там, с какого? С 7-го? Примерно с 7-го класса по первый курс лицея. Это с 11 или там 12 лет до 15-16 лет. Потом я бросил курить и опять курил. Начинал. Когда приехал сюда, работал кузнецом. Кузнецом ты работал? Ну да. Серьезно говоришь? Да. Ты слышал, что я сегодня фантазировал? Кузнеца, я думал, да. Ты знал, что я кузнец. Нет, я не знал, честно. Ты прикинь? Кузнец я. Смотри, тебе мне майку подарили новую. Не умею никуя. Мы смеемся, как Бивис и Батхед. Кто-нибудь заметил? Нам полторщика на двоих. Больше. Все интересуют, сколько твоя банка. Когда дашь день рождения? 25-го. 25-го. 25-го чего? 25-го кого месяца? Может, они хотят тебе что-нибудь подарить? Осень. А что ты можешь просить только что? Сигареты? Электронные. Несите все сюда. Все в дом, как крючок. Все в дом. Ой, ну, лучше на самом деле не говорить ничего, потом скажешь, что мы попрошайки. Ну. Кто-нибудь снимет ролик и скажет, что мы попрошайки. Ну да. Очень опасно. Привет, моя из Майами. Привет, Майами. Майами, привет. Приглашайте в Майами нас. Вот сюда приглашаем гости. Ну, в Питер. Приезжайте. Мы тут десятером живем в комнате в одной. Даже что? Даже дебил написали? Не, прочитал. Тебе жарко? Не. Это от чая. Так, тормозишь. Банка сгущенки 46 сантиметров. Приеду. Ой, чувак, похоже, приедет в Питер. Даже ты красотка. Спасибо. Спасибо. Даже Скорпион спрашивает еще какая девочка. Нет, я водогрей. Водогрей? Мне кажется, твоя подруга немного перекачана. Мне кажется, тебе кажется. Подруга. Перекачана. Для тех, кто не в теме, ребята, я выступаю по классическому бодибилдингу. И я вообще-то на самом деле еще малышка. Перешла из двух категорий. Бикини... Потом бодифитнес и вот сейчас второй дебют. Второй выход, получается, второй сезон в бодибилдинге. Нравится тебе в бодибилдинге? Или тебе в бодифитнесе больше нравилось? Мне нравится там, где есть вкусные булочки. Это на пекарне. На пекарне? На пекарне меня больше не зовут, они сказали, ты нам не нужна. Я шучу.
Я шучу, шуточки, шуточки. Привет, Торонто. Привет, друзья. Привет, привет, Америка. Америка, мы когда-нибудь за селфи. Ты огромная, смотри, по сравнению с тобой. Ты огромная? Ну, да. Потому что меня не видно. Давай сделай что-то. Вот так будет. Вот, отличненько. Меня помню, все равно видно только плечо. Давай еще. Да. Можно отключить комментарий, тогда нас будет видно полностью. И что, мы будем молчать? Нет, мы просто будем разговаривать и не будем видеть, что они там пишут. Ну и что, о чем мы будем говорить? Да, о чем угодно. Здесь же прикол в комментариях, да, что просто секс. Что ты это делаешь, булки, ты солнце внутри. Сжигаем жир. Даша в платье видел-то очень маленькая. Спасибо. Даша на самом деле все время, когда ее видят вживую, говорят, что она на фотографиях и видео выглядит намного больше. А мне говорят, что я намного больше выгляжу вживую, чем на фотографиях. Потому что я, мать его, высоченный парень. Красавичи. Привет, академки. Академка, привет. Тут говорит, не лапай мою девушку. Даша Марлитка со сравнением с Серегой. Тебе жарко? Чай горячий. А я сейчас сижу на тебе, да? Нормально. Загромоздилась тут. Да не жарко мне. Я могу снять очень кофту. Ты перескать? Да, что там, мне только будет сиськи видны. Давай. Ну? Ду-ду-ду-ду-ду. Черт, я слеплена, слеплена твоей красотой, боже! Смотри, не упади. Подумают еще, может, что мы не просто сидим. Ну сейчас смотри, сколько лайков будет. Смотри, смотри, как тебе девки лежат. 406, 405, 402. От нас отписываются все. Одевай кофту обратно. Так, ну что, ты мой чаще? Да. Мой уже на джинсах у меня. Нет, это варенье. Что еще булочку? Вот это сожрем сразу. Вот это сожрем. Вымокать. Ну давай. Вымокать прямо в варенье. Давайте отрежем. Да, в голову. Да. Я фанат вашего творчества. Щелк, давай фирменный. Черт. Да, друзья, мы пара, вы правы. Парара, па-па. Ну что, съедим вот это? Вон, 60% все осталось. Съедим? Ну давай съедим эту булку уже, ну, черт возьми. Че тянуть-то? Надо сожрать. Ну да, надо подожди. Тут... делать такую штуку, проковырять. Ну давай. Дядь, как избавиться от живота? Дефицит калорий. Не ешь булку на ночь. Можешь есть булку, только создавай дефицит. Смотри, а я ем. Рай, девчонки. Ладно. Сколько мы уже вместе? Да лет 100, по-моему. Уже очень много. Очень давно, ребят. Мы еще в Таиланде начали. Да мы еще до Таиланда начали, там, боже ты мой, что-то. Ну, даже че скрывать-то. Ну, да. Вот такой ход. Ход конем. Ход. Ход. На коне. Ход пиар-ход. Я на коне, смотри на себя, на своего мужчину, потом на сразу на меня, потом снова на своего мужчину. Помнишь? Ну, там был как... Там какой-то был не особо вроде хороший. Так, так, так. Нет, это реклама, Акс-эффект или как-то. Да, я понял. Армейский тектомер. Ну да. Вот спать, по-моему. Ну там был мужчина-то какой-то, так себе вроде. Не что на него можно было не смотреть. Там не грила просто обычная. Ну, да. Мы это самое, мы не против. Мы не расисты. Мы не расисты абсолютно. Не расисты. Усы. Серега, блин, бывшим со своим. Ни хрена себе качки, говорит. Качки-дурачки. Смотри, банка как... Здоровая, да? Интересно, это херня... Это замечательный джем. Выглядит теперь с моих джинсов, как думаешь? Думаешь? Я думаю, что он остался, значит. Не знаю, может, это хрень какая-то ядовитая. Да. Что, давай? Ну что, в состав входит в туннель? Нет, оставь туннель. Не присухая будет. Я свою намажу еще. Что, друзья, еще интересно.
Банк или банк? Банка? Вот банка. Вот банка. Это банка. Это по твоему удар? Вот это удар. Гошан так любит в середине коллекции. На самом деле не так часто сидит. Гошан, это не Гошан. Как Катя. У тебя Гошан? А не Гошан. Я Степан. Из Таиланду я. Привезли меня сюда. И научили по-русски говорить. Немного нужно. Я сегодня плющит реально вообще. Кто нам сейчас позвонит, опять пишет? Не знаю, телочки, наверное. Да. Это была твоя последняя полка. Расскажи про протеин. Что расскажете про протеин? Протеин – это добавка, можно с которой обойтись. Можно его не употреблять. Если есть деньги, можешь купить. Протеин есть разных брендов. Некоторые бренды немножечко... Говно. Хреново. Немножечко говно, да. Какие-то бренды немножечко получше. Зарубежные бренды очень дорогие. Банка выходит 4000 рублей. Так что такие дела. Прикрыть тебя? Как? Так? Как в боевиках. Как в боевиках? Знаешь, они идут американцы. Прикрой меня. Тыш-тыш. Ну помнишь? Ну, что? Ну вот. Ну я сейчас просто варенье на два раза потекло. Че пишешь там? Привет, парень. Ты чего? На руках сидишь у парня. Тебе что, транс нравится? Давай заблокируем быстрее его. Успела. Тварь. Я посмотрю и перемотаю. А ты не завидуй, понятно? Черт. Не успел, не наш день, короче. Я не знаю, не наш день. Сколько жмешь? Если не знаю, блин, даже не жмет. У нас вообще. Вот. Еще не. Фуку жирный, я слеп, помощь скоро, мои глаза. Они цитируют меня. Это вот теперь сам. Мучайся. Смотри, какая. Какая булка, она все впитала. Зачем тебе такая сильная дама? Чтобы бить вас всех. Чтоб сумки носила. Ты бы сумки отбирала на улице. Вот что ты думаешь, булку купили на что? И айфоны. Он же мало. У бабули. Бабули? Ну, протеина нет вреда. Так что не переживайте. Но от него, думаю, не будет тот результат, который вы ожидаете. Потому что это все равно, что есть. Булку. На ночь. Ваши глаза красивые, девушка красивая. Серега, скоро ты будешь обхватить, не знаю. Даша щелкает ночью. Шуме щелкает. Давай учить Дашу щелкать. Дай мне это день, дай мне эту ночь. Ты как Силкин прям. Так что я же вам вырос на нем. Ты вырос на Силкине? О, покажите ваши гениталии, да. Сейчас. Слушай, блин, такое предложение. А почему бы и нет? Почему бы не засветить? Думали, чем мы заняться-то? Почему бы не засветить гениталии? Конечно. Ты так написал, да? Гениталии. Он сказал, покажи письку, правильно? Красавчик же. Молодец, так что пять. О, ну чаще, дурацкие вопросы. Вы кто вообще такие? Хотя, в принципе, народ нормально смотрит, так что можно и посидеть. А кто мы? Кто мы такие? Покажи мне жопку. Давай. Так. Как ты думаешь, у меня живот начал болеть из-за булки или из-за варенья?
Или за пельменного ребенка? Мы ели пельмени? Да. Привет, фирменный щелчок. Даша не планирует армой. Завязывает с армой. Изуху покажи, девушка, как вы познакомились? Как мы познакомились, Саш? А, как мы познакомились? Даша повезла, помогала мне перевозить вещи. Нет, вообще, как мы первый раз познакомились, как, или как мы начали мутить? Да. Где? Вот такие дела. В гей-клубе. Ты написал, да? Да. 5 баллов. Молодец, молодец. Почему никто не пишет про лесбияна? Почему? Ну да. Вы, чертовы хейтеры. О. Ты хочешь все? Да и. Покажите майку свою. Майку хочешь показать? Ну покажи ее. Спонсор. Спонсор этой программы. Спонсор сегодняшнего перископа. Спонсор сегодняшнего перископа. Это. Интернет Тентл. Как они говорят? Интернет Тентл. Блин, не знаю, ты мне. Ты телеки смотришь, Сереж. Забыл. Интернетл. Интернетл? Что там они пишут? Спонсор сегодняшней программы Интернет Тентл. Так. Как они говорят? Интернетл продакшн, короче. Интернешнл. Интернешнл? Что-то, что-то. Так, оп, значит, там попозируешь сзади? Да, конечно. Вред от протеинов нет, не пиши кучу столько вопросов. Оп. Оп. Ворот налево, ворот налево. Ворот лицом к судьям, ворот спиной. Ворот... Ой. Так. Я как здоровый пауэрлифтер какой-то сижу. Ну, я могу здоровее выгляжу, да? Ты? Ну, да. Вся обмялась. Да. Что там пишет? Не знаю, что-то пишет все, что-то пишет. Ну, так где читаешь, ничего? Так, Серег, ты вообще читаешь, что пишешь? Читаю. Сколько жмешь от груди до дни, сколько не жмет. А ты сколько отжимаешься? Не знаю, не отжимаюсь. Ну, я могу отжаться на аспро только, не знаю, там раз 40, наверное. Так, на сушке какая химия четко идет? Да любая, может, хоть на метане сушка. Хоть синяя, хоть красная. Да. Химка. Химка. Серег, ты знаком с продукцией Луктамина? У них качество не знаком. Не могу ничего сказать. Тем более, качество надо нести в лабораторию. Так ничего не скажешь. Толстые смотрят и плачут. Сколько же на раз Сереги у меня? На раз редко жал. 140 на 15 нормально жал. Лучшие времена. Почему всем интересно жить? Я не понимаю. Ну, не знаю. Это топовое упражнение. Все же. Это вопрос из 90-х, мне кажется. Сколько жмешь? Нас что, нас смотрит такая взрослая аудитория? Не, ну это же топовое упражнение. Обычно все любят жать. С этим, кстати, с Гусевым, когда в батл был на тайских, 110 на 31. Под водой? Под водой. Я просто видел, что под водой там что-то они делают. Ну, вообще, блин, жесть страдали. Я что-то попробовал, думаю, ну нахрен. Что-нибудь там вообще сорвешь там. Просто почему? Почему? Там же, ну, вроде бы, мне кажется, под водой вообще вес не чувствуешь. Там своих нюансов. А что там вообще за прикол? Они берут эти тяжелые штуки, поднимают ее над головой. Чувствуешь вес, да, получается, когда над головой идешь? Ну, так почувствуешь, конечно. А локти как ходят по этим ходунам из-за воды? Там тебя колбасит еще. Да, они, я не знаю, еще, я же ничего не делал этого. Я попробовал там стану поделать, я еще пожрал тогда, я еще думаю, что я проблюсь. Ну, то есть ты получаешь становый, ну, ты вот так в воде, отдыхай. Ну, так-то, в принципе, держать дыхание нормально. Ну там еще плитка вроде начала что-то трещать. Да, когда нажимаешь. Это кто платину достал? Ты я тут снимал. А где ты взял? Оно было под моими штанами эти. А кто снимал? Не знаю, мне кажется, ты в нем как-то одел его. Нет, я же стирал его. С утра, да? Даже не приседает.
Даша не жмет, даже не бьет. Как Даша накачалась, вопрос. Магии. Магии. Чем будешь по... Как? У нас просто есть один комментарий, у нас внизу, и там очень плохо видно. Так. Сус на сушке. Да, пойдет. А если перед... Ну, просто с другой стороны перейдем, там же покр... Я в курицу превращаюсь. А, то есть повернет? Да, если он повернется, там же экран не такой разбитый будет. Да ладно, уже все. В следующий раз можно. Такого уровня накачаться, чтобы продавать энерджи диет. Да можно вообще не качаться. Да нет, подожди, подожди, чтобы продавать энерджи диет, нужно накачаться до уровня 100, сколько, 30, потом до 105, теперь до 90, сколько там, 3, наверное, уже. А потом кожа, кости, печалька. И булимия. Ну да. Это БАД. БАД. Не забывайте есть, ребята, не забывайте есть еду. В конце концов, не забывайте есть джемы и продукцию от компании Genetic Lab. Это, знаешь... Случайно. Как-то вообще оказалось. Будешь булку? Ты будешь джем? Еще булку? Нет, не един булку, это не булка. Ну да. Это мучной продукт. Нет, это просто... Как обмануть их? Они уже видели. Они уже видели булку. Скажем, что это... Последний денечек. Я обещаю, честное слово. Я скажем, что это без углей. Слово по ГОСТу. Я обещаю, честное слово. Так, ладно, что у нас? Так, интересная трансляция, жизненная тема фитнеса, подписывайтесь. Ой, кто-то рекламу себе делает, да? Наверное, себе, да, твердо, что на сушке посоветуешь. По поводу еще на сушке, с фармакологией ты имеешь в виду? Ну, хорошее настроение посоветую человеку, да. Водички побольше. Ну, и разбираться в этой теме очень неплохо. В церковь сходи, попей молока козьего. Возьми святой воды, натирай места, где жир. О, молитву на ночь. Молитва на ночь, да. Есть. Вот у Сережи был заговор блоки. Там. 9 дней надо носить 2 пальца веревочкой обвязанной. Там я читал. Вам рассказывал в новостях. Очень подробно я слушаю. В этот момент я рассказывал с веревочкой на пальцах. Но. Я, кстати, Вязьме смотрел на тебя в этот момент. Что смотрел? Вязьме сидела, тебя смотрел. По эту молитву. Вязьма. 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 Так, трибулса есть, наверное, толк на ПКТ, на последней стадии восстановления. Передайте привет маме. Ну, это же добавка. Мама, привет. Какой маме? Не знаю, какой-то маме. А, мама? Ворона там была нарисована, зеленая. Ой, не увидел, тут про квадратики такие. Мама? Во-первых, всем мамам приветы. Всем привет мамам. Друг, всем мамам привет. Вдруг меня смотрят, как мама. Чьи-нибудь мама. Но если смотрит меня моя мама, мамуля... Привет тебе большой. Смотри, какая она двух красивая. Фармакологию я не обсуждаю. Че ты кусил? Ничего себе. Ну, Нолан. Ваган Виллс, это не победитель. О, Миронов. О, Жиронов тут с вами. Че у нас еще? Приезжай Владимир. Че Владимир делает? Дитерюшка, как красава у Серёги красивых барышня, у Даши улыбка. Что у Даши? Улыбка огонь. Попка огонь. Улыбка, улыбка. Ладно. Улыбка. Булка огонь. Булка огонь. Я эту трансляцию назвала. Булка огонь. Еще раз так и назову. А как я назвала трансляцию? Ужин, по-моему, ужин, что такое. После тренировки? Жир-жир. Да. На съемке были. Расскажи, я про съемку писал. А, да. У нас были съемки. Мы снимались... Хочешь вот так половинку, может, того и того ворот сразу одновременно? Ты думаешь? Нет, ну смотри, вот если ты посерединочке откусишь вот тут, ты будешь того и того. Ну давай так тихонечко. Это лишнее. Сейчас я тоже так сделаю. Привет, Новосибирск. Так. Фармакологию интересуетесь сами, уже полно всяких специализированных материалов. Ребят, не надо этого делать. Не следите ни в какой фармакологии, вы что? Совсем шаль не императрите? Фармакология до хорошего вас не доведет. Приятного аппетита, барышня. Спасибо.
Второй пишет прям барышня. Барышня, да. Что, прям барышня? Прям барышня. Ну что, приятно. А я сразу расчёклась такая. Знаете Диану Арбенину? Арбенину, да. Она поёт круто. Ночные снайперы. Катастрофически. Тебя не хватает. Жгу электричество. Здесь тоже знаешь. Ну, а да. Тебе нравится вообще? Ну, да. А это ж... Ой, Мара, которая. Мара тоже нравится. Мне вообще нравится русский рок, особенно девочки всем. С русского рока. И... Девочки опять. Девочки. Или мальчики. Там же. Би-2. Би-2 меньше нравится, какие-то определенные песни есть. Какие-то мне раньше не нравятся, потом понравятся. Там скользкие улицы всякие там. Держаться за воду. Из этого самого, из брата. Так, еду к вам. Ждите. Кто это? Не знаю. Бить будете? Пить будете? Если бить будете, не едьте. Всякие скользкие улицы. Как определить строение человека к тому набору? Что? Знаешь, вы наша. Я не разделяю людей на эктоморф и эндоморф. Мне кажется, я разделяю. Кто-то просто не дожирает, мне кажется. Потому что там дурацкая история, как на них смотреть. Кто-то, может, работает грузчиком, за это у него дефицит калорий, он худой.